Nici în acest an copiii din Bălți nu se vor putea odihni la tabăra Olimpieț. Porțile acesteia rămân închise din cauza că tabăra nu întrunește condițiile necesare pentru cazarea copiilor. Căsuțele și cantina, care au fost construite acum 40 de ani, sunt avariate și trebuie demolate. Renovarea taberei ar costa câteva milioane de lei. Его пока законсервировали. Ну, как по словам нашего руководства города Николая Николаевича Григоришина, будет модернизация лагеря, выстроят новые домики, столовую, душевые. И будем надеяться, что в скором будущем наш лагерь откроется. Cealaltă tabără de vară din Bălți, Dumbrava Albă, deja al doilea an găzduiește refugiați ucraineni. Totuși, autoritățile au găsit o soluție pentru a organiza vacanța copiilor. Din bugetul primăriei vor fi procurate 230 de foi de odihnă în taberele din țară. Totodată, sute de elevi vor putea frecventa tabără de zi din incinta gimnaziului numărul 14, care funcționează al doilea an consecutiv. Copiii vor fi asigurați cu 3 mese pe zi. Первую смену будут включены дети с 7 до 10 лет. Вторая смена с 10 до 12 лет. Время работы лагеря с 9:00 до 16:00, суббота и воскресенье выходные. Pentru copii vor fi organizate mai multe activități artistice și culturale. Мы стараемся каждый год отдых разнообразить и развивать детей, чтобы не только отдохнули, но и развивались как физически, творчески, интеллектуально. В прошлом году у нас работали и кружок шахмат, кружок танцев. Каждый день был тематический. Соединяли любые танцы народов, для того, чтобы люди могли, дети могли изучить танцы всего мира. Соединяли это в обычный флешмоб. Как правило, все это заканчивалось хородом Молдовы. Проходил день танцев, на котором дети транслировали как раз-таки каждый отряд свой флешмоб, который мы выучили в течение всей смены. Elevii așteaptă cu nerăbdare deschiderea taberei, mai ales că vacanța de anul trecut le-a lăsat doar amintiri frumoase. Там весело, играем, танцуем, веселее, чем дома. У нас много в этом лагере было наших одноклассников, которые с нами учатся, им тоже это все нравилось. И они тоже хотят снова. Один из дней устроили день бизнеса. То есть ты мог принести те игрушки, которые тебе уже, может быть, надоели, но, может быть, уже вырос из них. Ты мог их продать и, конечно, давали не настоящие деньги. Но это было соревнование. Очень много времени проводили на свежем воздухе, были сейчас соревнования между нами, выдавали после этого грамоты за успехи. Еще понравилось бизнес-день тоже. Было очень интересно, много всего разного. Amintim că și copiii din Glodeni au rămas fără ultima tabără din raion. Baza de odihnă Andrieș din satul Hâșdieni se află într-o stare deplorabilă. Pentru amenajarea taberei este nevoie de aproape 5 milioane de lei, bani de care autoritățile raionale nu dispun. Tabăra Andrieș a fost construită în anul 1983. Într-un sezon aici își petreceau vacanța de vară aproape 1500 de copii. Alte tabere de odihnă din raion au fost făcute una cu pământul.